Всем привет, мои друзья! Сегодня у нас 21 мая 2022 год. Ждем дождь. На улице такая духота. Ну, сейчас вот начался ветерок. Чуть-чуть. Вчера ночью пара капель упала, но все-таки земля сухая, дождя ждем. Вчера у нас был очень насыщенный день, когда приезжают внуки. Вот это результат. В груше у нас наш корабль и карапуз и Титаник. Есть такой анекдот, когда приезжают внуки, то все животные убегают в ужасе и думают, и что же здесь хорошего, и почему они так радуются. И у нас абсолютно то же самое. Наша Дашка убегает в бомбоубежище вместе с Бусей и сидит, только выглядывает, только бы туда не зашел Никита. Кутусь и Рыжик куда-то уходят тихонечко, так только бы он их не заметил, и все разбегаются по углам, и только бабушки и дедушка здесь водят хороводы, развлекают и делают абсолютно все, только бы внук сюда приезжал. Я сегодня подумала, оказывается, осталось 10 дней, друзья, и начнется лето. Как я вам говорила, весну никто не отменял, и лето тоже не отменят. Друзья, покажу вам помидор. Скоро будет цвести. Скоро будут свои помидоры. Интересная погода, вроде бы все везде затянуло, душно, солнышко когда выглянет, печет. А это наш экспериментальный помидор 1700. Тишина. Молчит пока. Малина. У нас малина та, которая два раза в год. Но самая вкусная — это весенняя. Осенняя, она кислая. И еще один оказался шампиньончик. Вот утром был такой красивый. Пока я к нему дошла, он уже от жары. А, он уже червивый даже. Закопаем его, оставим.
Здесь у нас такая полянка. И они в последнее время перелезли сюда. И часто здесь бывают шампиньоны. Виноград. Друзья, кто не успел подписаться, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, пишите ваши комментарии. Хорошего вам дня, до новых встреч в эфире.